Сегодня оперативно-дежурная служба Беларуси отмечает свое 50-летие со дня образования. Каждый день около 300 звонков поступает на номер службы 102. Здесь работают опытные сотрудники, которые собирают полную информацию о происшествии и оказывают психологическую помощь пострадавшим. Надлежащий прием звонков от граждан о совершении противоправных действий – важная часть работы. Сначала вся полученная информация документируется, а затем организовывается незамедлительный наряд на место происшествия. Также сотрудники оперативно-дежурной группы проверяют весь материал по делу и в случае необходимости передают его участковым инспекторам, сотрудникам розыска или следственного комитета. От слаженной работы между оперативно-дежурной службой и охраной общественного порядка зависит раскрываемость преступлений. Не меньшую роль в оперативном реагировании на правонарушения граждан играет и современное оборудование. Однако стоит отметить, что гродненцам не всегда необходима практическая помощь. Иногда звонки в службу 102 носят консультативный характер. Они имеют такие случаи, когда граждане нуждаются в юридической помощи. То есть сотрудники, прибывающие на места происшествия, оказывают им ту помощь, которая необходима, рассказывают, куда необходимо обратиться, где, куда написать какое заявление и что можно сделать с нарушителем их спокойствия.